сила. Но если мы просто так будем весь видеоролик бегать и пинать мячик, это будет очень скучно. Но сейчас чемпионат мира по футболу, и мы обязаны снять видеоролик, посвященный этому. И поэтому, в связи с тем, что у меня отдышка, и у всех ребят тоже, мы решили снять другой футбол. И он будет очень нестандартным. Пошлите, все объясню. У нас есть 40-литровый бидон, сухой лед, вода и мяч. И как вы думаете, что с этим всем можно сделать? А давайте вместе спросим у Макса. С этим всем можно сделать неплохой такой футбол. Я бы даже сказал, флягобол. Бутылку нам нужно набрать немножечко сухого льда. Теперь в бутылку наливаем воду. Закрываем. Очень страшно. Но нам нужно сдать и смотреть. Очком! Я и присяду. Та-данс! Я не знаю, насколько громко этот звук слышен через динамики, но вблизи меня очень сильно оглушило. Вот во что превращается бутылка после взрыва. Ну а так как при помощи этого бидона мы хотим поиграть в футбол, это значит, мы должны стрелять не вверх, а куда-то вперед. Поэтому давайте попробуем выстрелить из бидона, держа его в руках. Твою мать! Давай, закрывайся, какой! Именно потому, что этот бидон очень очково держать в руках, мы все-таки решили сделать какую-то специальную конструкцию, которая будет держать этот бидон, и мы сможем им управлять. Во всяком случае, это гораздо безопасней. Да и целиться при помощи этой конструкции будет гораздо удобнее. Итак, ребят, основа конструкции готова. И к ней мы присоединяем заранее подготовленную часть. Не буду вам объяснять, как ее сделать, потому что... Да потому что нахрена это вам надо? Вы по-любому, вот прям на 100% уверен, вы никогда этого делать не будете. Я просто покажу, как она работает. Вторую часть конструкции прицепляем к первой. И фиксируем ее круглой рейкой. Теперь при помощи нее мы можем ее спокойно опускать, поднимать, все, что захотим. Но еще нам ее нужно как-то зафиксировать в нужном положении. Для этого мы берем столбик с поперечными перекладинами. Теперь мы можем поднять нашу бочку и спокойно опустить на одну из этих балок. Мы можем как и оставить на этой балке с этим уровнем наклона, также мы можем опустить ниже. Благо мы сделали такую конструкцию, где бочка может ездить на платформе и при этом оставаться фиксированной. Нам пора отправляться проверять конструкцию на прочность. Не развалится ли она после первого же выстрела? Раз. Два. Вот это да. Три. Знаете, ребят, мы сейчас стреляли из этой пушки, и было столько напряжения, столько ожидания. Мы были не уверены, что она стрельнет, не уверены, что мяч далеко улетит, не уверены, что эта конструкция выдержит. Знаете, а вот в War Thunder такого нет. Если ты хочешь стрельнуть с танка, так он как бабахнет, так бабахнет. Захочешь стрельнуть с самолета, он тоже как стрельнет, стрельнет и убьет противника. Да, хорошая игра. И в игре War Thunder есть одна уникальная особенность.
ты можешь во всех деталях увидеть взрыв уничтоженного тобой врага. Это возможно благодаря крутой рентгеновской модели. Полная реалистичность и никаких полосок здоровья. Обездвиж своего врага, затем добивай его выстрелом в упор. Покупай себе любой из сотен танков и самолетов и прокачивай их, придавая им уникальный внешний вид. Чтобы приобрести эту игру, достаточно просто посмотреть в описании и найти там ссылочку, по которой ее можно скачать. А если вы ее скачаете именно по ссылочке в описании, то тогда вы получите премиум аккаунт и крутую технику для легких побед в начале игры. Ну ладно, а так как мы сегодня все-таки решили играть в футбол, то нам бы пора сделать футбольные ворота. Поехали. You and me are born of regularities. Living all the dreams, playing all the games, and getting high on love. They can chase us down. Итак, мы все подготовили. Артем, ты готов? Да! Подготавливаем первый снаряд. Знаете, что самое интересное? Сейчас мы будем играть с Артемом. Нам нужно будет успевать отбивать ворота. И также нам нужно будет успевать заряжать пушки. Мне кажется, что будет очень интересно. Все, я готов. Я зарядил первым. Заряжаю. А я зарядил. О, к сожалению, выше ворот. А это значит, нам нужно что-то менять. Поднимаем пушку, чтобы она могла стрелять чуть пониже. Ну или нужно поднять ворота Артему. Ну, проще все-таки пушку. Короче, я готовлю следующий снаряд. А как у тебя дела? Кажется, я что-то недозарядил. Что-то там трещит, трещит и ничего не стреляет. А лезть туда перезаряжать тоже как-то страшновато на самом деле. Мой снаряд на готове! Мне осталось чуть-чуть подправить пушку, и тогда я буду попадать четко в ворота. Ну сейчас-то точно должно пахнуть. Давай на ворота. Ребят, это была жесть. Если бы я еще чуть-чуть стал влево, меня бы просто-напросто унесло. Или припечатало бы к штанге. Это было очень страшно. Ладно, пока Артем там бегает и ищет свой мячик, я заряжаю еще один снаряд. Это было так близко, ё-моё! Так закосячить. Надо поставить чуть-чуть правее. Мячик прилетел четко в ворота. Очень жаль, конечно, что Артем его отбил, но все же уже достижение. В принципе, мы подобрали цель, куда нужно стрелять, и остается только перезапускать пушку. Этим мы сейчас и займемся. Хрен тебе! Гол! Гол, твою мать! Ой, там же еще ворота. Так, теперь мне нужно не сдавать позиции и охранять. Твою мать. Вот это очень опасно. Заряжаю последние остатки льда. Сейчас, я думаю, выстрел будет очень-очень мощный. И я забью, наконец-то, гол. И все, выиграю. Всех выиграю. I'm ready. Что-то не трещит. Трещит. Соткнись, я его отбиваю, стоп. Пусть он растает. Что-то не трещит. Трещит? Нет. Зато у меня сейчас будет трещать. Надо побеждать тактик. У меня все трещит. Вы обманываете меня, козлы? Нет. Я разве смог бы? Гол! Это ничья, честно, гол! Пушку. Гол! Гол! 1-1! Мы с Артемом закончили играть первый тайм и решили начать второй. Чтобы было хоть какое-то разнообразие, мы увеличили дистанцию между нашими воротами. В общем, смотрите, что из этого получилось. Пока Макс там пытается разбить бутылку, заряжу еще один. Че я теряю? Гол! Пока я заряжал свою пушку, я пропустил гол. Второй раз уже одно и то же. Это очень обидно. Пора цитировать поэтов.
забил заряд я в пушку туго и думал, угощу я друга. Дальше что-то это не подходит. Попал слегка выше ворот. Надо просто приподнять немножечко. Должно попасть. Второй тайм продлился не очень долго, потому что все же дистанция очень большая и попасть действительно очень трудно. Но чтобы придать нашей игре интерес, мы решили приблизить ворота на максимум. И тут нам стало гораздо интереснее. Так, ладно, у меня есть шансы. Я еще не выигрываю, да? Пока что 2-3, но это уже достаточно серьезный счет для такого футбола. Сейчас мы пытаемся с Артемом зарядить пушки одновременно и посмотрим, что из этого получится. Так будет поинтересней. Ну как ты так пропустил вообще? Как? Да знаешь, как очково, вот так вот и пропустил. Ух, и страшно! А! О-о-о! О-о-о! Моя нога! Твою, это очень больно. Неприятненько так прилетает, ногу всю подсушило. Ладно, давайте еще по одному заряду. Будет, брат. Как майор. Вот такой получился видеоролик, и нам был, вот серьезный, ребят, один из тех самых видеороликов, которые нам было поистине снимать очень интересно. Мы получили самые, что ни на есть, настоящие эмоции. Если вам понравился этот видеоролик, ставьте лайк, и, возможно, мы когда-нибудь снимем еще что-то подобное с бидонами, но что-то другое. Кроме того, если вам нравятся наши соревнования, пишите об этом в комментарии, распространяйте это видео, и мы скоро выпустим новый выпуск. Всем пока! Пока! We'll be right back.